Всем привет, ребят, с вами Никита. Сегодня у нас 15 вроде декабря 2019 года. И да, вот осенью мы мало ходили за грибами, зато решили зимой пройтись, посмотреть грибочков. Вот смотрите-ка, там уже попались такие кучечки зимних орбят. Здесь кто-то позабивал, видимо, видите. Здесь уже подмерзшие, но все равно красивенькие. Вот. А вот эти вот вообще красота, либо только выросшие, либо вот так вот и замерзли. Такие молоденькие кучка. Сейчас посмотрим вот так с другой стороны. И отсюда. Так, снизу вроде тоже нету больше. Ладно, тогда идем искать дальше. Так, ребят, мы здесь по полянкам прошли. Кружок больше ничего не попадался. Вот я вдруг заметил, вот здесь вот видите по дереву шляпка. Напоминает как опенок. Вот и давайте посмотрим, что это такое. Сейчас, сорвать. О. И мы смотрим. Да, ребята, это опенок. Замерзший, но опенок. Зимний. Вот. Ищем дальше. А мы продолжаем искать зимних опят. Конечно, на вешенке, надеемся. Я недавно просто ходил по парку нашему. Здесь в городе и попадались вешенки. Вот позавчера. Ну, правда, на одном так пеньке. Ну ладно, но сейчас нам также попадаются зимние опята. Такая вот кучечка погнутая уже от мороза. И кто-то позбивал здесь. А вот здесь вот есть целенькие, но большие. А там кто-то поотрывал шляпки. Но все же опята зимние. Сейчас пройдемся так чуть-чуть еще вокруг. А, вот, еще одни. Но это уж слишком замерзшие, такие уж точно не надо брать. Да еще как точно. Ну ладно, ищем дальше. И слово нам попался опенок зимний. Да, причем не опята, а опенок. Он один, вот такой вот красавчик, смотрите-ка. Вот такой вот опеночек зимний. Один здесь. Вот. Он здесь, походу, было когда-то еще одно дерево. Это вот отходил еще один ствол. Он уже срубленный, если бы. Ладно. Идем дальше. Мы шли по дорожке. И вот издалека прям увидели такую вот небольшую кучечку опят. Обратите внимание не на дерево, не под ним. Вообще как не под ним. Вот на его крышке они выросли. И вот такая кучечка. Причем довольно-таки молоденькие. Ну, может не прям что молоденькие, но не сказать, что старые. Светленькие, еще не совсем замерзшие. Конечно, здесь частенько даже плюсовая температура стоит. Да, в этом декабре вот такая вот погода. Ну ладно, вот такие вот хорошенькие нам попали сейчас опятки. Значит, мы сейчас пойдем дальше. Ну и скоро уже пойдем в сторону дома. И вот, только вот там стоял я, и уже издалека заметили на другой стороне тропинки, прямо около нее. Вот тропинка. Вот, дерево. Здесь тоже у нас зимние опята, только уже намного больше. Вот такие вот уже потрёпанные зимние опята. Но здесь чуть-чуть поменьше, чем те, но тоже такие замерзшие, потрёпанные. Но они же зимние. Ладно, идем дальше. Так, ребят, вот прямо начал обходить это дерево. Вот это дерево, ребят. И вот с другой стороны, под ним... Не знаю, на крышке или нет, но сидят вообще малюсенькие такие зимние опяточки. Красивенькие, маленькие. Подмерзшие уже дальше вряд ли будут расти, потому что мороз. Хотя, не знаю, может опять плюс поднимется. Ладно, вот главное, они есть. Главное, мы идем дальше. Итак, мы шли дальше по этой тропиночке. Чуть-чуть здесь свернули. И вот, ребят, здесь опять много сбитых. От старости это вот старых таких зимних опят. Но есть вот такие вот молоденькие опятки, но уже все равно подмороженные, как я вам говорю. Они, значит, выросли в дереве. Ну, зимние опяты есть, все-таки вот эти вот хорошие. Вот так мы уже будем возвращаться к дому. Так, все, ребят, сегодня нам попадается все опята. Да, опята. Зимние. Например, такие здоровые. Здесь есть чуть-чуть поменьше опятки такие.
небольшими горсточками. Ну и вот здесь вообще малюсенькие. Да. С той тропинки мы уже ушли, такой небольшой, как бы сказать, рощицу такую зашли. Ну ладно. Да. Опять есть. И опять же мы идем дальше. Так, ребят, мы уже возвращаемся к дому. И вот нам попали здесь такие вот большие опята. Такие вот опятки. Здесь тоже, походу, вылезли уже прям почти как окаменели. Ну вот, такие есть большие, довольно-таки нормальные опятки. Вот. Все еще нам попадаются. Мы вот прям на одной поляне сейчас практически крутимся. Попадаются. Ладно, идем искать дальше. А вот и разнообразие началось. Наконец-то нам уже попались на зимние опята. Даже такой довольно благородный гриб с названием вешенка. Они обычно растут кучками, но здесь я попался один. Такой вот замороженный, вот видите, вешенка. Хорошая, холодненькая и твердая прям. Вот. Не ломается никак рукой-то. Ну вот, уже что-то хорошее. Лучше, чем зимние опята, по моему мнению. Ладно, сейчас проверю, это что такое? Ага. А здесь у нас и еще одна вешенка. Вот, маленькая очень. Но тоже замороженная. Ладно, идем искать дальше. Так, ребят, мы, походу, попали на полянку вешенка. Смотрите-ка, еще один пенечек. Здесь тоже такие замерзшие. Смотрите-ка. Раз, вот вешенка. Во. Такой уже замерзший, видите, какая. Два вешенка. На этот раз, наоборот, не твердые эти две, а мягкие. Потому что замерзли. А вот здесь, смотрите-ка, у нас идут такие тверденькие же вот вешенки. Две штучки. И вот здесь твердая вешенка. Тоже штучечка. Вот так вот. Так что вешенки есть. Идем дальше. А вот мы здесь нашли вот такой вот пеночек. Смотрите-ка, прям молоденький. Ну вот эти вот такие средненькие. Здесь на нем еще лесочек был, мы сняли. Вот такие опятки. Тут здесь еще моложе. Ну, а дальше так это вообще молодежь. Смотрите-ка, какие маленькие опятки. Такая вот красота. И это, ребят, середина декабря. Ну, не знаю, середина, так, 15 декабря вроде. Ну, вот так вот, ребят. Да. Идем дальше искать. Никак к дому не подойдем. Все, по грибу. Итак, ребят, мы приехали на нашу улицу уже. И всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. С вами был Никита. Всем пока.